Видал когда-нибудь трюк, когда водила во время дрифта вылазит из тачки, и тачка сама по себе крутится-вертится? Теперь я точно такой же трюк сделаю в Роблоксе, но только на снегоходе. Ты думаешь, я так не смогу? А вот глянь. А теперь с разбегу. Фигась. И можно ехать. Кстати, да, у меня еще новый дружбан. Мистер Мяу. Крутой, кстати, кошак. Они сдружились вместе с Кехой. Кеха, в принципе, не против. Поэтому теперь мы втроем тут добываем лед. Ну что ж, так как у меня есть огроменная пила, я могу позволить себе выкопать пару кусочков льда. Вот это выкопал уже не я. Здесь какие-то льдиногрызы уже постарались. Вот тут аккуратненько с краешку начну. Опа! Воу-воу-воу, наконец-то пилю я лед. Сейчас я этому Ларе отвезу этот лед и получу деньжище. Интересно, сколько он мне всего даст. Хлыбыщ, укатилась куча льда. Сейчас мы к ней подбежим. Какая она великолепная. Так, тайпроуп. Ага, сейчас я обвяжу веревочкой все это. Непонятные вещи творю своей пилой. Опа, нифига себе. Хо-хо. Я ж только начал лед катать, и тут началось. Пошел снег. Нет, ну только не это. Ну зачем сейчас это? Ладно, пофиг. Ничто не угробит мое веселье, даже снег. И плохая погода. Я и не знал, что я такой муравей. Просто, жесть, вы посмотрите на эту глыбу льда, которую я тащу. Офигеть. А ну-ка, если я вот сюда сейчас... Вот так вот. Давай, с разворота. И... Чуваки, я повис, я думал, лед вместе со мной упадет, а он остался. Нет, мистер Мяу, пожалуйста, перегрызите веревку. Прикол весь в том, что я даже не могу веревку отвязать. Жесть. Нет. Так, как-нибудь... О, кстати, он двигается. Ну-ка, в эту сторону. Плохой из меня скалолаз. Да. Блин. Это печально, да. Хороший вид. Если я, конечно, веревку каким-нибудь макаром перережу или обгрызу, я упаду вон туда. Прямо на чей-то домик. Пора заканчивать этот опасный трюк. К тому же мистеру Мяу очень плохо, вы только гляньте на него. И-хуп. Кажись, моя голова затерялась в снегу. Обвязал вокруг пояса. Хорошо. Ей, у меня теперь новая глыба льда. Опачки, кажется, блондинка заехала во враг. Теперь она туда фиг выйдет. Давай, мучайся. Оу-оу-оу, как колбасит. Блондиночка, боюсь, это тебе не машина на автомате, поэтому... Да, это сложно. Кажется, она бросила свой драндулет. Оу, дружище, не гонял бы ты по льду так. О, ну я же говорил. Понакопают здесь, сами потом мучаются. Держись, бро, через это все проходят. У меня тут появилась гениальная мысль. Раз я могу привязать одну глыбу к себе, а другую к снегоходу, то почему бы это дело не объединить? И, допустим, может, у меня сейчас получится две глыбы увести. Сейчас мы это попробуем. Сейчас я за снегоходом схожу. Воу, нифига себе, прикольненько. Подождите-ка. То есть я сейчас могу нажать привязать. Вот я привязываю. И куда-нибудь бежать. Опа, стопы, как меня тормозит-то эта льдина. Сейчас еще раз хочу попробовать. И бежим, что есть мочи. Офигенно круто. Вот это я могу. Так, ну ладно, эту я к себе привязал. Сажусь на снегоход. И по идее, да, у меня еще здесь есть место привязать одну кучу льда. Сейчас мы это попробуем. Дело у нас сперва... Нет, зачем?
Я хотел попробовать дрифтануть, и кажется, у меня это получилось с перебором. Капец, это мне теперь наверх ехать, а жесть. Ладно, попробую внизу подрифтить. О, боковой дрифт. Офигеть. Слушайте, а может быть это и босса можно таким методом ломать? Представим, что это булава у меня на ниточке. Я такой еду, и вот так вот. Хлыбыща, блёд, не доехала. Сейчас в эту сторону тогда. Вот так вот сейчас. Вот так вот, хлыбыщ. И там кусок льда или босс рассыпается просто от такого мощного удара. Воу, нифига себе. Я сейчас походу дерево распилил. Сейчас припаркуюсь задом. А, хотя даже можно не вставая же. Опачки. Давай, вытаскивайся. Ееее, победа. А теперь вот этот вот нужно, стопы, привязать к себе. Сейчас. Привязывайся, говорю. И быстренько садимся, быстренько в снегоход. Оп, стоп, якорь сработал. Вот, блин. Ну, почти залез. Ну, ееее, ништяк, сработало. Воу, только это очень опасно. Теперь у меня два груза, два якоря. И нужно очень быть аккуратным. Как бы здесь ехать, чтобы точно не улететь куда-нибудь за пределы этой горы. Да что ж такое-то, не могу съехать. С разгончика. Воу! Ю-ху! Жесть. Не-н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 е, ребят. Это было опасно. Не. Я все-таки упал. Жесть. О, кстати, я почти рядом с Ларри. Сейчас падаем. Жесть, это капец. Я развернулся и падаем. Блин, только, фух. Я думал, я сейчас застряну. Но благодаря тому, что у меня два груза, один перевесил, и упали все вместе. Ну все, Ларри, жди, мы едем. Надеюсь, я поднимусь с двумя льдами в гору. Да, прикиньте, с двумя глыбами заехал. Теперь нужно заехать к Ларри. Разворачиваемся. Вот так вот, как меня перекосило. Я себе столько шишек сегодня набил, это просто капец. Бедная моя голова, она будет очень долго болеть. Ларри, я приехал, фух. Держи. Это было сложно, но я привяз. Сколько? 1700 и 354 льда. 438 и 3000 льда. Да, 3000 долларов и 400 льда. Неплохо. Если, в принципе, по два возить, то это очень выгодно даже. Нужно бы еще скататься за глыбами льда. Итак, я снова привязал два куска льда. К себе один и к снегоходу другой. Теперь попробую подрифтить на этом озере и посмотрю, что получится. С двумя тукусманами. Это будет очень эпично. Юху! Воу-воу-воу-воу, вот это балерон! Вот это дэнс! Нифига себе! Офигеть, кстати, с двумя-то полегче дрифтить, чем с одним. Как я на дыбы-то встаю. В этот раз я решил не спускаться вниз по вот этим горочкам, а как в прошлый раз, по чистой случайности, свалиться нафиг отсюда. Сейчас я это сделать попробую. Вот так вот сюда заезжаем и падаем. Это было круто. Кстати, если я попробую сюда заехать, что получится? Ну-ка. А, сюда я на снегоходе не могу. Во. Капец. Ладно, тогда продолжаю свободное падение. Юху! Ларри, я почти рядом, жди меня. Вот так вот. Быстро. Быстрая доставка льда до Ларри. Так что этот метод можно взять на вооружение. Не-не-не-не, только глыба льда не падай. Ну блин, Ларри, подойди сюда, поближе подойди. Ларри, ну будь мужиком, подойди поближе. Не, только не сюда. Капец. Как ты думаешь, что я задумал? Учитывая тот факт, что я просто обожаю экстрим. Та-дам! Сейчас-то мы с тобой прыганем вот туда, сиганем с двумя кусками льда. И посмотрим, что со мной произойдет. Чекс, откатываемся назад. Я готов! Разгончик! Нет, я не так хотел! Все пошло не по плану. Воу-воу-воу, нет, стопы. Фух, остановился. Я куда-то на какой-то нижний уровень спрыгнул. С первого дубля у меня не вышло, значит выйдет со второго. Дубль 2. Барабанная дробь.
смертельный номер. Никому не повторить такое со снегоходом и кусманищами льда. Я застрял. Я не могу поехать. Да что ж такое-то? Вот же... Сейчас. Так. Главное, чтобы все ровненько поехало. Все, я готов. Ву-ху! Ничего себе, да я еще и на свои лыжи встал. Турум-тум-тум. Начался снежный ураган. И... Опачки, мужики, ждите, я еду на помощь. Сейчас я его завалю. Вот так вот. Кирочка моя, доставайся. Воу-воу-воу-воу-воу. Че это он жизни высасывает так, что ли? Нифига себе, босяка какой вылупился тут. Чуваки, держитесь там, я уже еду обратно с подарочком. Сейчас нахлобучу этого голема. Итак, воу-воу-воу. Вот так вот. Нифига не происходит. Они сейчас, наверное, думают, че за тупица тут гоняет. Я не могу. Ох, блин. Думаю, что за идиот? Вот так вот пошла жарень. Короче, мы его грохнули благодаря только мне. Да не, шутка, конечно. Я вообще ничего с него не получил. Просто чисто поржать. Еху, 20 тысяч долларов я накопил, и теперь мы отправляемся. Нифига себе, вот это трамплинище. Мне даже за него бейджик дали. Чё-то я с него раньше не прыгал. Круто. И мы направляемся в эту пещеру. Здорово, кэф-эксперт, пропусти меня, пожалуйста, туда. Сколько это стоит? 75 тысяч долларов и 20 тысяч льда. Все, пропускаю, у меня это есть, держи. Файн, возьми мои деньги. Фэнкс! Комон, заходи, давай, вперед, спасибо, благодарю, кэф-эксперт. Воху, let's go, майн, собирать лед, вперед. Не понял. О, вошел. Вот это пещерище. Пошли вперед, посмотрим, что там. Вау, какая красота. Кэф-гид. Там гид наверху застрял. Надо помочь ему по-любому. Гид, я ползу. Давай поговорим с тобой. Чё тут наверху забыл? Дай-ка я сейчас сюда встану. А, я думал, здесь пройти можно. Тут темная стенка. Туда не пробраться. Ну-ка, киркой попробовать. Эй, кирка. Не, кирка бесполезна. Даже никакого звука. Ладно. Гид, расскажи мне, что здесь вообще происходит? Привет. Чем я тебе могу помочь? Что это за место? Это место очень ценного льда. Этот лед красочный, стоит очень много денег. Да, это я уже в курсе, мне говорили об этом мои подписчики. А не могли бы вы меня провести очень быстренько до конца этой пещеры? Конечно, я могу вас проводить бесплатно, но прежде вам необходимо заплатить единоразово 50 рубаксов. Вы готовы? Нет, спасибо, я не готов, у меня нет рубаксов, давай пока. Я как-нибудь сам разберусь. О, какое же тут красивое место. А ну-ка, давай-ка попробуем копнуть. Нет, это не копается. Блин, как же тут классно-то, а? О, вот это лед. Вы только гляньте, какой он здесь здоровый. Просто офигеть. Да, копается. Ой, он добывается в два раза больше. Обычный лед у меня этой киркой добывается плюс 3. А этот по плюс 6. Офигеть. Вот это кусманище. Я просто могу стоять, вот так вот долбить его, пить чай. И мне не нужно бегать там по разным кускам льда, переживая то, что он сейчас у меня закончится. Так, это я понял, ладно, я сейчас еще поломаю здесь. А это что за яма? Ого, вот это ямище, слушай-ка. Боюсь, что туда прыгать нежелательно, да? Ну тогда я пойду подальше пройдусь, посмотрю, что там. Что у нас здесь? Подъем наверх, лесенка есть, офигеть. Кажется, что там выход на улицу? А, нет, это просто глюк плейса. Вы только гляньте, сколько здесь... А вот этот лед. А этот плюс 3 добывается. То есть тот огромный, он очень ценный. А это простые льдинки. Здесь у нас переходик. Мостик был. О, вот это местечко, конечно, не зря. Очень даже не зря я заплатил 20 тысяч льда. Это место стоит того.
Так, подъем наверх. Вот только гляньте, как... Ух ты, здесь сломан мост. Интересно, что здесь произошло? Поднимаемся наверх. Так, привет. Есть кто здесь? Ни гида, никого вообще здесь нет. Яма. Произошел здесь обвал. Боюсь, если я туда прыгну, то я отброшу коньки. Так что я двигаюсь дальше. Опа! Кафе-эксперт! Мы же с тобой виделись уже. Как ты сюда так быстро добрался? Быстрее меня. Ладно, это не важно. А здесь, кажется, вот эта глыба льда, она снизу пробивается сюда. А здесь, возможно, босс будет. Точно! Здесь наверняка будет босс. Так что нужно насобирать льда и продавать все это кафе-эксперту. Хорошо. Но прежде я хочу прыгнуть в эту темную щель. Опа! А ничего и не произошло. Ха-ха. Значит, и там тоже со мной ничего не произойдет. Ну-ка, попробуем. Оу! Блин. А здесь-то... Ну, как бы, как так? Там я прыгнул, было нормально. Здесь подстава, подстав. Короче, ничему не верь, никому не доверяй. Я понял. Сейчас немножечко добуду этого льда. Сдам этому кафе-эксперту и посмотрю, вырастет ли там... Небольшая льдинка, из которого потом вылупится огромный голем нового босса, которого мы с тобой еще не видели. Так что сейчас мы это дело проверим. Эй, кафе-эксперт, ну-ка держи. Держи этого дорогущего льда. Да, здесь точно будет босс. Я понял, так что коплю на босса. Надеюсь, он здесь какой-нибудь, ну, совершенно другой будет. Не такой, как там. Ух ты, золотые мои зубы. Красный, рубиновый. Здоровый. Как это? Короче, рубиновая глыба льда. Ну-ка, сколько она стоит? 6. Также 6. Ууу, круто. Ну что, надеюсь, что этот рюкзак точно будет последним. Держи. О-о-о-о-о. Нифига себе. Вы только гляньте. Вы только гляньте на эту чучундру. Воу-воу-воу-воу, колобок полегче. Хорошо, что я очень быстро бегаю. Нифига себе. Интересно, один-то я ее уделаю или нет? Оу! Как-то было больно, мои пяточки! Опа! Опасную позу принял босс. Типа посижу я в туалете. Ты глянь! Она породила маленьких таких вот своих клопов. Да что ж это за избушка на дубовских ножках? Башки-ёшки. Как они больно бьют-то, а? Оу-е-е, ко мне тот друган прибежал. Кажется, он мне сейчас поможет ее завалить. У него крутяцкий топор. Не-не-не, только за мной не бегай. Чувак, да ты что, издеваешься, что ли? Ну ты лошара. С таким крутым топором и так... Ой. Я даже со своей киркой дольше продержался. Хотя у меня хп очень мало. Надо побегать по кругу. Может, мне подфартит, поднакоплю хп. Эй, кафе-эксперт, ты не хочешь мне помочь ушатать это чучело? О, как меня жестко пронзила эта глыба льда. Давай, Чунгачкук, ломай ее. У тебя такой крутой. О, по 55 лупишь. Давай, давай, давай. Бей ее. Кочергу эту старую. Ледяной. О, нифига себе, она вертушки умеет. Нифига себе, брейкданс. Йо. Нифига себе, она крутится, вертится. Это жесть. И чуть-чуть осталось, чуть-чуть. 65. А 63, 48, 33, 18. Три! Хо-хо! Я положил его! 16 тысяч долларов я получил и 1000 льда! Неужели? Неужели я это сделал? И у меня теперь здесь 7 убийств ледяного, босса и Cave Creator! Фу! А здесь вот у входа тоже вот такой вот ледяной босс! Ну что ж, раз он здесь есть, значит его нужно одолеть! Ю-ху! Еще 2000 сверху и 173 льда. Я думаю, что я уже могу купить новое вооружение. Пойду-ка гляну, что там есть у нас. Тимми, здорово. Что у тебя есть на 7000 льда и на 120 тысяч долларов? Ну, разве что вот такой вот молот. Тогда беру, покупаю. Оу-е. Хо-хо-хо, какой у меня крутой. Я не знаю, что это молот. Молот, который колет лед. Пойду попробую, сколько он откалывает льда. Ну-ка, с этой льдинки, давай-ка. Нифига себе, вот это размах. По 6! По 6 льда я собираю вот с такой вот глыбы. Мощно! Ну что,
я думаю, что пора заканчивать. Сегодня был очень насыщенный день, так что я с вами еще не прощаюсь. Спасибо, что смотрели, не забываем подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Всем удачки, пока-пока и до нового видео.